Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Volkswagen Tiguan с 2-литровым дизельным двигателем. Пробег на автомобиле 117 тысяч километров. Машина 2009 года. Клиент обратился к нам с определенными работами, замена ремня ГРМ, ну а также масло, муфти, Халдекс. Мы сейчас производим замену ремня. Меняется вместе с помпой. Помпа уже установлена на автомобиль. Старый ремень, видите, демонтирован. Ну и сказать честно, сказать, что клиенту повезло. Потому что на старом ремне, если видите, то вот, вот она трещина. То есть ремень уже начал разрушаться. Ну и по факту сам по себе ремень уже высох. Чувствует, что он сухой. Если брать новый ремень, то он намного эластичнее. То есть он не сгибается, и вот таких вот нет повреждений, или, точнее говоря, изгибов и трещин, как на старом ремне. Меняется все в комплекте, все ролики, натяжитель, соответственно. У нас есть специальный комплект для установки распредвалов, соответственно, чтобы мы не ошиблись в метках, когда демонтируем старый ремень, устанавливаем новый. На такую работу мы потратим около 8 часов, и сумма ремонта составит 10 500 рублей. На свою работу мы даем гарантию 24 месяца, при этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации, произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту автомобиля, звоните, мы всегда на связи. Готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Берегите себя.